В России запускают проект 500+, в целях повышения качества образования в школах. Ожидается, что все учебные заведения получат более 500 баллов по международной программе PISA, которая оценивает знания и умения школьников разных стран. На первом этапе проект охватит около 250 учебных заведений в более чем 20 регионах страны. В школах будет больше опытных педагогов, а еще ребятам в обучении станут помогать успешные студенты старших курсов педагогических вузов. Также планируется наладить связь между школами, находящимися в одном регионе, чтобы было проще обмениваться опытом. А еще в учебных программах появится много творческой, исследовательской и проектной работы –